для отопления рассматривали, ну, угольный вариант отопления, газовый, электрический, электрокотел или просто батареи. Ну, когда посравнивали по вложению денег, с углем нужно заниматься, нужно котельная, нужно это кочегарить, топить его, присмотр какой-то нужен. Да, стоимость угля дешевле, конечно, от себестоимость тепла, но первичные вложения серьезные. Газовый, он и первичные вложения немаленькие, опять же, это газолдер надо закапывать, опять же, разводку проводить, это гребенки, это все равно какое-то некое помещение для котельной нужно уделять. Кто-то посоветовал, что новое, ну как оно относительно новое на нашем рынке, так, такие полы. Кто-то из знакомых что тоже установил, ну и посоветовал обратить внимание, поискать. При поиске вот наткнулся на компанию вашу, продавца, посмотрел ролики, пообщался с людьми точно так же, кого снимали, позвонил ребятам, кто на роликах. Те даже пригласили, можешь приехать в гости посмотреть. Ну, конечно, поверил. Съездили. Даже не поехал, но так поверил. О монтажных работах тоже достаточно быстро, это порядка там, за 2 дня уложили все полы. Грязи особо не было, ну, укладка заняла около 2 дней. Всех полов, но заливка еще, наверное, ну что пришлось, конечно, заливать, но еще 3 дня на залив. Сверху керамогранит. Удивительно, нет батареи, в доме тепло, и когда говоришь стоимость расходов на отопление ежемесячно, то, конечно, все людям удивительно, что достаточно недорого получается это отопление стоит. Здесь вот с этими полами чем удобно, что ничего, никаких дополнительных помещений не требует. Никакие вложения достаточно приемлемые, первичные. Ну и КПД отдача практически 100%, кажется. Потерь-то нет, вот он греет сразу. Вот. Ну, скорее всего, за счет того, что достаточно большая, это же, по сути, бетонная плита, несколько тонн, получается, камня нагретого. Ну, как по сути, как в бане. Пол нагрелся, и все, и он выдает тебе КПД 100%. Сами не жили, но у нас ведутся всю зиму отделочные работы, строители то всю зиму работали, каждый день приезжали. То есть достаточно комфортно, люди работали в шортах, футболках, тепло. Да, каких-то дополнительных знаний, умений не нужно. Счетчики включил, ты их не проверяешь, они на автомате сами стоят, сами регулируют. Вот этим удобно. Что не нужно заниматься, проверять котлы, бойлеры, в каком состоянии, насосы, там, перекрывать, открывать, настраивать задвижки не нужно. Специалистов приглашать. Выставил сам датчики на нужную температуру, и все. Программу задал, датчики хорошие, разные программки. Можно даже на Wi-Fi поставить. У соседа, да, каменный дом, примерно тоже такая же квадратура, 200 квадратов. Он заправляет газолдер 5-кубовый, порядка 2 раз в год он его заправляет. Но за зиму практически 2 раза, осенью еще и зимой приезжает, заправляет. Это ну, достаточно дорого в деньгах. Это в любом случае, ну не меньше 60-70 тысяч рублей у него уходит. Ну а здесь у нас может посчитать в рублях пиковые месяцы там по 8 тысяч рублей, 8,5, а в среднем где-то около было 2-400 по осени. Ну то есть в разы дешевле, чем отапливается газом. У кого угольный, да, тоже у соседа угольный котел, примерно такой же дом, плюс-минус. Ну, у него, да, у него пиковые месяцы, если по углю, расход около 5000 рублей получался. Ну, небольшая экономия, но это кочегарка. Это опять нужно кочегарку где-то установить, помещение сделать. Ну, не в доме его делаешь, грязь-то в доме ни к чему, угольная пыль это. То есть не очень комфортно. Но у нас даже на отопление вот этого дома морозы были все равно в районе 40 градусов, зима холодная была. В среднем где-то 3,5, но максимум были пиковые нагрузки до 4 кВт месячная, а в принципе где-то 3. Но в деньгах это около 7,5, около 8 тысяч. Но это пиковые месяцы, 2 месяца там в году. То есть достаточно экономично. Да за квартиру платим столько же. Кухня самая теплая. То есть, во-первых, солнечная сторона южная, да. Потолок обычно стандартный, 3 метра, по-моему, да. И здесь самая теплая, жаркая комната. Гостиная, здесь второй свет, здесь 7 метров в потолке. Поэтому здесь как бы самое, ну, уже покомфортнее было. Здесь на кухне сильно жарко, приходится выключать их, ну, убавлять.
На втором этаже, конечно, скорее всего, придется, наверное, теплофоны поставить на всякий случай дополнительно. Но зимой тепла хватало на весь объем дома. Но так, ну, поставить уже двери межкомнатные, скорее всего, ну, надо будет, конечно, догревать еще чем-то. Ну, вид неплохой. Самолеты видно, как садятся. Их не слышно, но видно. Ну, в принципе, у меня уже несколько знакомых оценили эти полы и даже разместили заказы и купили.